Друзья, всех приветствую. Итак, наконец-таки у меня дошли руки показать вам краткий обзор на дрель шуруповерт. Ведь я давно его уже тестирую, и у меня есть чем поделиться. Пришел в картонной коробке, и все параметры шуруповерта обозначены прямо на коробке. Сам шуруповерт идет в таком вот пластиковом кейсе. Замки здесь работают очень легко. Итак, здесь у нас идет инструкция, сам шуруповерт, дрель, шуруповерт, Рокодил Твист 2 Pro, аккумуляторная батарея с напряжением 18 вольт и емкостью 2 ампера с логотипом Рокодил. В инструкции пишут, что он может работать до 14 дней без подзарядки. Зарядное устройство, сила тока 1,5 ампер. И здесь есть также быстрая зарядка. Это, по всей видимости, поясная клипса. И вот такой вот комплект. В него входит 6 сверел с различным диаметром, 6 бит под различные типы шурупов, 9 торцевых головок, гибкий удлинитель, соединительная штанга, сейчас мы подсоединим торцевую головку и попробуем прокрутить. Итак, подсоединяем аккумулятор. В данном шуруповерте идут три режима: ударная дрель, сверление и функция шуруповерт с регулировкой вращения от 1 до 18 условных единиц. На задней стороне батареи имеется светодиодный индикатор. Очень удобно проверять оставшийся заряд. Попробуем, как работает гибкий удлинитель. Все четко. Довольно-таки яркая подсветка. На верхней грани механический переключатель скоростей. Режим закручивания составляет от 0 до 400 оборотов в минуту. Режим сверления от 0 до 1400. Мощность 48 ньютон-метров, что довольно-таки больше аналоговых в ценовом сегменте. Теперь попробуем его в работе. Ну что ж, сверлит неплохо. Теперь не надо таскать перфоратор. Включаем режим шуруповерта. Далее протестируем режим сверления. Ну и самое главное, из-за чего я его взял. Это для работы с большими алмазными коронками. Как вы уже поняли, при плавном нажатии срабатывает несколько скоростей, то есть можно контролировать скоростью. Очень медленно сверлит, попробуем переключить на ударную дрель. Этой функцией сверлится намного быстрее. И еще таким способом можно распускать алмазные коронки.
Как вы видите, работа произведена быстро и непринужденно. А для моей работы это очень важно. Итак, попробуем еще что-нибудь просверлить. Ударные двери. Кстати, это очень мощный керамогранит толщиной 1 см и без ударной дрели сверлится очень медленно и долго. Шуруповерт очень удобно лежит в руке. Лично мне он зашел. Кстати, здесь бонусом идет 5 лет гарантии. Видимо, производитель уверен в своем гаджете даже больше, чем я. Ну что ж, друзья, думаю, что этот кратенький обзор кому-то будет полезен. А кого заинтересовал этот гаджет, то я на всякий случай оставлю ссылку на этот шуруповерт. Ссылка в описании видео. А у меня на сегодня все. Всем пока. Спасибо за внимание.